Так. Магический посох. Эликсир. А, я смотрела, помню, взяла, да? Так, вот яд. Ну хорошо. Здесь сундук есть. И я вот, этим займусь. Можно что-то вот куда-то сюда зайти. А, тут закрыто. Нужен ключ, вашу мамашу. Ладно, а здесь что у нас? На зубчатую стену. Угу. Если кто и может приструнить контрабандистов, так это серые стражи. Ну, я им покажу, где раки зимуют. Ну, зашибись, блин. Как пожелаешь. Ну-ка иди сюда, скотина. Как пожелаешь. Ну хорошо. Получил? Блин, он опять свалил уже, козел. Нужен ключ. Готов. Немедленно. Замечательно, что делать-то? Пойду жаловаться, короче. Констеблю этому. Удалось что-нибудь сделать с контрабандистами? Тут есть один заброшенный дом, откуда можно пройти в их логово. Этот дом простоял запертым много лет. Подумать только, все это время там был тайный вход. Там наверняка будет кто-то стоять на страже. А где стражник, там и ключ. Я посмотрю, что там. Если сумеете пробраться в логово контрабандистов, они обречены. Удачи, командор. Так. Да-да-да-да. Так, где-то там, короче. Страж-командор, вы делаете больше, чем требует ваш долг. Мы признаем. Танц-то, ах ты сволочь. Пришли положить конец нашей торговле. Простите, но я не могу. Сюда, давай ключ, не быстро. Ух ты! Ух ты, говорит. А стражник, кстати, нам помогла, по-моему, да? Ну чё, жопы надерём? О, ящик для игрушек. Игрушечная повозка. Кому она нужна, кстати, интересно? Мне кажется, почему-то магу. Может быть и нет. Кому нужна игрушечная повозка? Ладно, а потом посмотрим. Кинжал-то неизвестно кому. Там... У всех все есть? Включено, точнее. Ну, вроде да. Так, вот эта штука не включена. Нифига вас тут. Думаю, тут я могу помочь. Давай. А, хрень она.
Я этим займусь. У меня опять все заполнилось. Что такое-то? Откуда у меня столько хлама? Ладно, не важно. Что, с вами договориться еще можно, что ли? Что-то какие-то инструменты, блин. Надо посмотреть. Слесарные инструменты. Это кому ж они нужны, это интересно, а? Даниэль, наверное. А кому еще может могут понадобиться? Мила. Все, что? Ну ладно. Ладно. А, о, понятно. На что это ты пялишься? На тебя. Так. Я вас немедленно. Слышал. Вы доставили трудности моим ребятам, верно? Что ж, покончим. Ты, блин, ты дурак. Ты что сделал? Скотина? Был контрабандист, и нету теперь его. Голова, блин. Контрабандистов. Чё за хрень? Так, ага, все что ли? Ну да. Сюда нельзя, туда нельзя. Шаг лево, шаг вправо, расстрел. Ни хрена тут крысы бегают, какие жирные. Я постараюсь. У меня, блин, места нет. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что там в ящике-то. Тут рецепты. Блин, ну как? Ой. Бутыль с кислотой нафиг. Средняя сила. Средняя сила. Вот это слабый яд. Все, что ли? Ну тут да. Пойдем дальше. А сможешь открыть? А, отлично, я так и знала. Сори, народ. Как захочешь. Горло промочить не желаете? А, я ищу сервостража по имени Кристоф. Да, помню, помню. Вам лучше с хозяином поговорить. Вон он за стойкой. Окей, что это у тебя платье рваное? Что-то кто-то хочет получить пораже? Говорят, Хибертова шайка разжилась самогоном.
Как думаешь, мне продадут? Хьюберт тебя ненавидит. Масло какое-то. А у меня после работы в поле болячка на ноге. Показать? Там кровь. Так, осиротевшие из-за мора. Так. Мы осиротевших из-за мора. Осиротевшая. Так, бедные мартеранские детки наших пап и мам убили. Порождение тьмы. Мы очень... Что мерзнем зимой, и нам нужно 50 серебряков на еду, одежду. Помогите, пожалуйста, положите деньги в кувшины возле доски. Спасибо. Ты чё, ты гной и все такое? Нет. Нет. Надо устроить революцию. А? Чем могу помочь, друг мой? Серостраж по имени Кристоф здесь не останавливался? А вы, собственно, кто такие будете, чтобы спрашивать? Я могла быть его командиром. А ладно, я, короче, Рожей Сони, к тому же Серостраж. Ух ты! Добро пожаловать, миледи! Да я этого Кристофа почти уж неделю не видел. Понятия не имею, куда он делся. Комнату он оплатил до конца месяца. Верно думал задержаться здесь подольше. Так, мне нужен ключ от комнаты Кристофа. Да, конечно. Вот, пожалуйста. Последняя комната в самом конце коридора. Только если он вернется и начнет выставлять претензии, вам и отвечать. Восстать. Отлично. И захвати. Что вам подать, друг мой? У всех этих стражей, что суют везде свой нос и следят за нами своими. А что у тебя есть? Так, припарки я всегда покупаю. Моими глазами. Что вам подать, друг мой? Я хочу, чтобы ты открыл проход. Что? Они впутали вас в это дело? Если уж они могут для грязной работы нанять стражи командора, так не обеднеют и мне платить побольше. Так. Первым делом покажи им, что тебе можно доверять. Вы, пожалуй, правы. Мне нужно время, чтобы расчистить проход. Вернетесь в скорости, и все будет в лучшем виде. Что еще я могу для вас сделать? Что у тебя есть? Так. Конечно. Что вам подать, друг мой? Видите? Да, придется вот такими тычками, потому что... Тиванские вороны. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну это я еще. Только еще Эля закажу. Пойдем в комнату. Карта Фералде. Да? Письмо. Памятные вещи. Твою ж дивизию. Так, а у него... Так. Обувь проворного. Туник проныр. Я просто не знаю, куда что деть, вот что, это ж не хватает мне, блин, места. Придется какие-то эти, концентрированный яд,
Средний. Сильнодействующий. Это все смазки. А, у меня где-то бомбы были. Я буду бомбы зажигательные, я ими не пользуюсь. Что бы еще можно было такого выкинуть, что вот не нужно совсем. Блин, вот этих штук накупил я вот чем, блин. Ладно. Так. Я так понимаю, что сейчас я карту буду разглядывать, и он припрёт стопудово. Стопудово. На этой карте Эрлинга показано несколько мест. Что? Все они перечеркнуты, за исключением... Ну хорошо. Черных болот. Он там, что ли? Коли выйдете из города, будьте начеку. В округе полным-полно порождений тьмы. А что за проход-то прочистить, мне интересно? Там, кстати, был сундук. Как пожелаешь. Да, там сундук был, который я просмотрела. Просто вышла и пошла прям по прямой. Готов. А сундук я не посмотрела, вот этот. А, ничего хорошего. Я не поняла, какой, блин... Какой проход тут надо прочистить, я хз. Только яд соберу, пока там дети до него не добрались. Такие кости валяются. Думаю, здесь и хранятся талисманы. Наверное, их стерегут. Да, здесь. Ну, я не знаю... Давай сходим, посмотрим. Конец. Никакой стражи? А если они не хотят привлекать внимание к тайнику? Может, нам просто повезло? Да, конечно. Посох послушника нам не надо. Ой, блин. А мне некуда. Ну, вообще, у меня аптечек тут слишком много. И малых аптечек много. Ой, целебные припарки я не хочу. Есть только маленькую выкинуть. Маленькие тоже пригодятся. Так... Лук Хасендов. Короткий меч стража. Так, а вот здесь что у меня есть? Огненный кристалл, демоническая эта хрень. Как захочешь. Давай посмотрим, может, я сейчас на него одеть смогу что-нибудь.
Так, что я там взяла? Капюшон. Тык магия. Так. Короче, АХЗ. Здесь только сделать так, потому что по-другому я просто не знаю, как еще сделать, чтобы это все сохранить. Блин, но... Каблук ученика мне не нужен. Давай, ладно. Аквамагус. Это что за хрень? Но это точно не ему. Кому интересно? Напиток с добавлением лириума. Не дурно, право. Серьезно? Как захочешь. Ну ладно, окей. А я уж было решила, что пресловутый Андерс на это не клюнет. Я мог догадаться, что это будешь ты. Зря вы его взяли, командор. Андерс никому не будет подчиняться. Ни нам, ни вам. До сих пор с ним трудностей не было. До сих пор. Вот именно. Я прослежу, чтобы этот убийца больше никому вреда не причинил. Что? Ну нет, ты не можешь арестовать меня. Меня взяли в рекруты с позволения короля Алистера. В таких вопросах власть церкви выше власти короля. Ты не спрячешься в отряде серых стражей. Нет, он останется с нами. Чего еще было ждать? Преступники и малификары всегда укрывались у серых стражей. Не знаю уж, чем ты заработал такое доверие, Андерс, но оно тебе не поможет. Пойдешь с нами. Ну ты дура, что ли? Ну ты дура, что ли? Ну дура? Овца, блин. Ну вот надо было тебе это, дура. Я подумал, она Майя знала об этом. Впрочем, это не важно. Спасибо, ты помогла мне, и я благодарен за это. Мне нужны все серые стражи. Бывает кое-что похуже, чем быть нужным. В общем, надо сматываться, а то ворвется кто-нибудь, начнет пальцем грозить. Ботинки хамонок. Да не, не надо. Смотрю на все это и думаю. Я постараюсь. Сидел бы лучше в таверне. Так, хорошо. Сундуки открываем по-буренькому. Это мне не нужно. Опа. Книга о лириуме. Ай, господи. Так. Вот, посох чародея бы нужно было бы забрать.
у меня нету тут места. Что ж такое-то? Ну, корень смерти, он у меня один, я его, ладно, потом где-нибудь найдем. Вот этот корень смерти. Так, забираем, короче, то, зачем пришли. Вот, наверное, здесь, скорее всего, это талириумная пыль. А, то есть тут нету никакого этого амулета. Все ясно. Тут же я копалась. Да, тут как копалась уже. Блин, мне бы вернуться в эту. Мне надо скинуть что-то. Все забито. Делайла, это ты? Правда ты? Натаниэль! А я так боялась за тебя. Пусть времена были тяжелые, Делайла, но ты достойна большего. Возвращайся в поместье, а потом придумаем, куда перебраться. Что? Ах, Натаниэль, я вышла за Альберта не от отчаяния. Я его обожаю. Я так радовалась, когда сбежала от отцовского безумия. Такая жизнь куда лучше. Отцовского безумия? Ты не преувеличиваешь. Он был по уши в политике. Тебя там не было, Натаниэль. Ты не видел, что он наделал. Знаешь, кто разрушил нашу семью? Он. Больше винить некого. Я не знал. Конечно, не знал. Но с самого детства благоговел перед ним. Ну же, братец. Пойдем посидим, поболтаем, Она просила меня вернуться, когда мы закончим дела. Обещала познакомить с мужем. Она кажется счастлива, но она говорит, что отец заслужил смерти. Я так и не могу в это поверить. Он убил мою семью, чтобы добиться своего. Я думал, что у него были веские причины. Что он был не один. Андрасте, помилуй. Все-таки это была война. До моего отъезда в Вольную Марку он никогда... Как он мог настолько измениться? Может, он и не менялся, просто ты ошибался в нем. Да, пожалуй. Жаль, что я раньше всего этого не знал. Какой же я дурак. А теперь... Давай, пожалуйста, вернемся к делам. Мне нужно подумать. Так, задание обновлено. Рад вас снова видеть. Кажется, я задолжал вам награду, верно? Ну, конечно. Рад вас видеть. Это, наверное, вот это за это. То, что я-то собрали. Господи, как тут до хрена всего. Так, главное, сюжет мы пока не ходим. В добром здравии, командор. Да-да-да, подожди. А я ж, наверное, прямо отсюда... Блин, ты где? Вин? Серьезно? Вин? Вин? Где, блин? Она наверху, Вин. Сейчас. Ну, здесь еще доска. Прелестно. Ну, так,
Как ты думаешь, тут поблизости есть аптека? А, возможно, зачем? Ну, не хочу тебе докучать с такой ерундой. Ты все-таки мой командир, ну и все прочее. Да, тебе нужны целебные травы, у нас они есть. Я их пробовал, но они снимают зуд только на пару часов. Ну ладно, слушай, меня в последние дни одолела какая-то жгучая сыпь. Кожа прям-таки позеленела. Пить меньше надо, наверное. Что ты трогал на этот раз? Да ничего я не трогал. Да? Знаешь, готов поспорить, что виной всему то самое зелье серых стражей, которое нам пришлось выпить. Тебе и не говорили, что надо пить все? Поздняк метаться. Я просто узнаю, не найдется ли в этом городке мятной мази. Огрон не одобряет минус один. Нормально, блин, с какого черта, интересно, он это не одобряет. Хотя неважно. А, вот эти, а вот это что такое? На зубчатую стену. Блин, гребаный вертолет.